Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о новом обновлении iOS 14.3 Beta 2. Итак, что же в этом новом обновлении? В этом новом обновлении, как всегда, багфиксов не таких, опять же, более-менее настроены режим RAW, которые вы можете включить в настроечках камеры, и вы прямо через камеру можете уже ей пользоваться. Опять же, это какие-то мелкие фрезы были пофиксены, мелкие баги, увеличена немножко автономность, заявлена разработчиками, но по факту мы уже будем смотреть завтра, когда я протестирую хотя бы спустя 12-14 часов. А сейчас давайте посмотрим на скорость работы и оценим, как она себя ведет. Ну и, конечно же, рекомендовать к обновлению я вам не рекомендую, так как это бета-тестирование. Неважно, это для разработчиков или публичная бета. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх. Для меня это очень важно. Всем пока!